Всем привет! С вами Андрей Нарубин, кайт-школа «Кайт на ура». И сегодня мы представляем прототип досочки для гидрофойла от компании MDAY в размере 125 на 48 сантиметров. Это уменьшенный собрат от большого кайтборда Flapjack 21 года. Он маневренный, он жестче, он меньше, и, соответственно, эта доска будет для прогрессирующего кайтера, не первый год катающийся на гидрофойлах MDAY. На нем кататься веселей, интересней. Она рассчитана на более, конечно, сильный ветер. Сразу нужно выходить на гидрофойл. Ну, вообще зачетная досочка получилась. Чем интересна уменьшенная досочка от стандартного Flapjack 146 сантиметров? Тем, что она жестче, она маневреннее. Она, конечно, мало чем отличается от его большого собрата, но изменения в характере езды, они очевидны. Эта доска уже не новичковая, а для прогрессирующего кайтера, любителя гидрофойла, который хочет кататься в более сильный ветер, маневрировать, гонять как бы на все пирожки. Думаю, будет интересно всем уже катающимся не первый год на гидрофойлах MDAY. Кататься на ней нам понравилось, поэтому рекомендуем. Смотрите, ищите новые товары у нас в нашем магазине. А также ищите в других магазинах товарную продукцию от MDAY. С вами был Андрей Нарубин, кайт-школа «Кайт на ура» с Ясенской переправы. Все лето мы здесь катаемся почти каждый день.